после резких высказываний главы JP Morgan Джеймса Даймона, назвавшего криптовалюту мошенничеством, курс биткоина упал до минимума. На конференции инвесторов в Нью-Йорке Даймон выступил с заявлением, что криптовалюта удобна для использования только торговцам наркотиками, убийцам и людям, живущим в таких местах, как Северная Корея, а также добавил, что уволит за секунду любого сотрудника JP Morgan, если тот начнет торговать биткоином. Сам биткоин, он возник в 2008 году, когда впервые Сатоши Накамото опубликовал свою первую статью. А уже прошло 7 лет. И с 2008 можно было говорить, там, есть ли будущее. Сегодня это уже настоящее, это уже есть. Если говорить про дальнейшее развитие данного рынка, безусловно, рынок будет развиваться. Многие прогнозы, многие страны внедряют данную технологию. В этом месяце курс биткоина снизился на 16,5% и продолжает падать. Однако с начала года цифровая валюта подорожала в 4 раза, достигнув максимума вблизи отметки в $5000. Криптовалюта становится все актуальнее, потому что биткоин с каждым днем там растет, а сегодняшний день он резко упал, и у большинства вызывает это огромные вопросы. Почему он так резко растет? Почему за буквально полгода он вырос в 4 раза, почему он стоил там практически $5000, хотя когда-то там один биткоин был равен $1. Не так давно Народный банк Китая полностью запретил ICO, признав данный процесс незаконным. Китайский регулятор планирует закрыть внутренние биржи цифровых валют. Регуляторы США и Гонконга в процессе изучения этого явления и его потенциального влияния на рынки и экономику. Что касается России, Минфин планирует разработать закон, регулирующий сделки с криптовалютами до конца года. Лилия Кашфарова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.